Татьяна Чеканова живет на бульваре генерала Ремезова уже не первый год. О ремонте подъезда своего дома мечтала давно, так же, как и остальные жители. Долгожданное обновление – настоящая радость для всех. Мы уже этот ремонт уже лет, наверное, около 30 точно мы его не видели. Мы очень довольны. Окна вообще отличные, все. Цвет салатово-зеленый вообще это... С белым потолками вообще считается очень красиво, прям слов нету. Рамон, я сказала про окна. Окна вообще отлично все. Поставлены пластиковые, все, двери новые. Глава муниципалитета проверил ход ремонтных работ в подъездах домов по бульвару генерала Ремезова. Результатом остался доволен, рады и сами жители. Ремонт проводился в рамках губернаторской программы «Мой подъезд», которая реализуется уже не первый год на территории всей Московской области. У нас получается окна, подоконники, стены, слаботочку в короба, плитка, да, на первом этаже и входная группа. Все меняем. Так? Вообще заменили все внутри. 30 лет мы ждали этого счастья. Андрей Иванов также проверил состояние детской игровой площадки и дворовой территории, которую благоустроили 3 года назад. Радует, что дети и семьи активно пользуются новой инфраструктурой. Сейчас она намного лучше. Очень классно, что поставили для детей много качелей. Классно, что поставили спортплощадку. Тоже очень хорошо, особенно для подростков сейчас. Современная спортплощадка, песочница, карусели – все, что нужно для хорошего отдыха. Но хотелось бы больше скамеек. С этой просьбой жители обратились к главе муниципалитета. Где песочница, мамочки с маленькими детишками там стоят, там, сестерские. Раньше были там лавочки, ну вот их как бы убрали. Вот такое пожелание есть, там, ну, там 3-4 лавочки. Глава проблему зафиксировал и обещал, что в скором времени во дворе появятся дополнительные скамейки. Кроме того, пообещал держать на контроле качество уборки в подъездах и на территории. Ведь после ремонта особенно важно поддерживать чистоту. Эмилия Аркелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».